think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на имбу, мега имбу. Недавно прокачал. Будет у нас сегодня королевка с необычной сборкой, с максималкой. И опять же, на максимальных домах потестируем в двух вариациях. У героя на сегодня 39 тысяч крит урона. Ну, это реально дофигища. Я думаю, еще раз тестанем нашу сердцеедку тоже с максимальным крит уроном. Ну а тут сейчас будет тоже разрыв, потому что герой дополнительно на 14 скилле увеличивает получаемый дамаг на 100%. Ну, уменьшает отхил, это такое, увеличивает точность дружественных. Самое интересное — это дамаг. Вот такая вот первая у нас сборка будет. Пакт 10-10, железная воля, чтобы не станилось. Герой станется очень часто. Имеет иммунитет молчанки, что довольно-таки неплохо. Ну, в общем, плюс отхил у нас будет за счет чарки. В общем, поехали, попробуем это затестить. Ну, конечно, этот герой на сегодня не особо актуален, если сравнивать с другими героями, которые были добавлены недавно, то этот герой такой средненький, но, в принципе, некоторые его используют, используют для битвы киллей, довольно-таки неплохой вариант, если брать битву гильдий. Почему? Потому что герой бьет по прямой и реально бьет дофигища. Ну, видите, при такой сборке, ну, я не знаю, на битву гильдии бессмысленно. Единственный вариант — это разве что собрать с СС-кой ОЗ плюс СО, потому что, ну, с пактом этот герой просто сливается на раз-два. Мы даже ничего не сделаем, по сути, в рейдах. Ну, это без вариантов просто. На подземках, в принципе, как вариант. Так, 4-10, немножко не туда зашел. Сюда заскочим. Тут герой должен сейчас выдавать дофигища дамага. Постараюсь сейчас его как-то словить. Нереальный дамаг у героя. Так, убежала где-то в другую сторону. Бьет, в принципе, на пол карты, то есть на битву гильдий как вариант можно использовать, если там где-то вдали здания. Но опять же, надо учитывать то, что все зависит от сборки. Если вы сделаете такую атакующую сборку, и вы, ну, эту героиню будут просто шатывать. Так, смотрим. У нас еще смотр есть. Блин, это никак. 4 ляма, 4,6. Ну, по дамагу с руки такое себе. Так, 30-35, по-моему, вылетело, если мне не показалось. Ну, хотелось бы, конечно, намного больше дамага, но чисто из-за молчанки герой еще более-менее где-то актуален. Ну, почему не священный суд? Ой, я говорю, священный суд, не суперсила, потому что она просто будет отлетать. Сейчас мы ее потестируем. Я хочу сначала так побегать, посмотреть, что по дамагу. Ну, просто жесть. От смотра отлетает на раз-два. Такое. Я, допустим, у себя ее... Я вообще ее не использую, это я чисто так ради теста прокачал, так как там все созвездия на крит урон. Я решил потестировать, посмотреть, а вдруг что-то будет мега-мега прям вау. Ну, в принципе, сами все видите, вот пошел отхил. 2 ляма жизни, ну, 37%. Никого не ушатал. Ну, это вам не сердцеедка, это вам не... Фрея там с топовыми дамагами. Герой на сегодня такой себе, средненький. Если брать кошмарку
Там кошмарка. Давайте по кошмаркам побегаем. 5-10. В принципе, герой Солома в такой сборке по-любому должен ушатать. Но опять же, у нас сейчас стоит железка. Вот смотрите. Пол карты герой пробивает. Но это опять же, пока его не застанет. То есть, минус бьет по прямой. То есть, если герои будут сбоку, на вас ничего не спасет. Даже, я думаю, дефная сборка, возможно, я еще постараюсь перекачаю в дефный вариант. Тестировать, посмотреть, как она себя покажет с СОИ плюс ОЗ. Ну, что-то она такая вот. Все, стан прошел, железка прошла, и от героя никакого толку нету. А на PvP локациях, в принципе, она интересна. Опять же, если она сразу у вас будет включаться, то есть ее не застанет, она может накинуть пафик неплохой, ну, на точность, хотя сейчас в нынешних реалиях один супер пэт намного больше сделает, нежели этот герой. Вот ее сейчас просто тупо, нифига себе. Ну, в общем, не знаю, старенький, ну как старенький, относительно уже старенький герой, пару обнов назад, но актуальности максимальной сборки вообще никакой нет. Даже на подземке есть герои, которые немножко покруче будут. Даже не в топовой, не в такой максимальной сборке. По дамагу, ну, не знаю. Попробуем потестировать. Обратно же вернемся немножко. На 4-9. Постараюсь загреть хоть как-то мессу. Вот, 63 ляма, ну, в районе 70к, но это опять же, это у нас просто сборка с железкой, можно поставить грубую, то есть грубая, она, конечно, там будет шатать получше скрита, но опять же, надо учитывать то, что стан, она очень боится стана, сейчас железка пройдет, пару секунд, все, железка прошла, и сейчас она будет станется, успели мы разбить, ну, 70 лямов для такого героя, я вам скажу, это довольно-таки неплохо. Конечно же, скилл, ну вот, увеличивает на 40% точность. Ну, в принципе, неплохо. Ну, понижает отхил. Вот это вот, конечно, круто. То есть это можно использовать на каких-то по локациях, но опять же, в такой вариации, в такой сборке герой особо долго жить не будет. Так, давайте попробуем вариант, поставим сюда любую силу. Поставим ради интереса суперсилу. То есть вариант максимально дамажный. Это мои цески. С обрядом она хотя бы хилилась. Сейчас она, по идее, будет просто отлетать на раз-два, и ничего ее вообще не спасет. Если она попадет на отражалку, то это однозначно сразу улетит. Винвиз. Но попробуем, по крайней мере. Смотрим. Ух ты. Всего лишь 8 лямов. Тут, конечно, залетело сполна. Ну, надо потестить, попробовать. Я думаю, в такой сборке герой должен просто тупо 80 лямов на изи выбивать. 16 лямов просто. 32 ляма. Не успеваю видеть. Не дает нормально захватить. Ну, то есть, опять же, минус героя то, что бьет скиллом по прямой. Если бы как-то зонально било, то это было бы 7 лямов, 22, 20 лямов. Но это обычный удар. 20 лямов, это дофигище. Со скилла-то там нормально будет прилетать. Плюс 30% она еще дебафит. Но опять же, все герои, по которых попадет скиллом. Вот 69 лямов. Неплохо. 69 лямов, это уже получше. Но опять же, казалось бы, поставили сеску, которая прибавляет намного больше, но все равно по дамагу
не прибавилось особо. Обычный удар. Так, конечно, она дамажит дофигища. Ну, сейчас попробуем на стока. Там, где драконы. Я думаю, драконов она должна шатать на изи всех. Ну, видите, стан. То есть проблема, есть иммунитет, конечно, к молчанке. Если бы был бы иммунитет к стану, это был бы довольно-таки интересный герой за счет своего бафа и за счет того, что она бьет по прямой. На ЗБшке, возможно, бы она зашла неплохо. А так, стан, ну, хотя есть иммунитет к молчанке, тут опять же. Заряжает 12 лямов, но этого не добило. Что-то странный какой-то дамаг, очень странный разброс. Да, видите, вот кто сбоку стоит, не впереди. То есть такое. Если же брать аренку, попробуем. Брать на арене, попробую сразу делать римочный вариант. По дамагу я скажу, это очень прилично для такого героя. Так, это у нас какой-то гвард. Надо будет попробовать дефный, максимально дефный вариант сделать. Конечно, уклонение, но все равно, я думаю, там будет нормально прилетать. Так, смотрим. Тут она должна просто... Вот, видите, тоже. Когда у вас на ней ремка, она... Сейчас она должна камень просто развалить стычки. Она бьет по герою, который ближе всего, ну, как бы автопроком. Сразу же, получается, отлетает вниз. Для того, чтобы по центру, тут не обязательно даже ремка. Ну, ремка, по сути, у нас бесполезная получилась. Лучше в таком варианте поставить уже другую силу. Больше толку. Ремка, допустим, она нормально будет на ЗП-шке. Сейчас мы туда доберемся. Ну давайте тогда против Асурика посмотрим. Вот смотр зафигачил, Фрея начала дамажить. Вот опять она зарядилась, ударила автопроком хрен знает куда. И в итоге все. В итоге весь наш бой. Сейчас видос. Так, еще раз смотр пробил. Ну от смотра никакого варианта нет. О, нифига себе. Вот это нормально вальнуло. Сразу же наполовину. Еще раз заходим, попробуем. Там, видимо, отражалки стоят, потому что с таким дамагом это, конечно, жестко. Тут даже не ударило. В общем, как видите, герой даже на арене с максимальной прокачкой, вроде, казалось бы, ремку впикни и все будет гуд, просто не тащит. Варианты для данного героя еще как вариант. Ну, смотря, конечно, какой у вас там, какие у вас противники, какой у вас лавел. Потому что если брать, например, ЗБшку, на начальных этапах она, в принципе, довольно-таки хороша. Закинем. То есть она жахнет по прямой хорошо. Опять же, если будет отражалка, то есть надо ПДшку, потому что герой сам себя ушатает. Он тоже кинваш. Вот моей нифига не осталось. Она просто походу ушаталась на отражалке. Без варианта вообще какого-либо. Жесть. Нормально так напали. Давайте попробуем попроще. Ну дамага тут, конечно, дофига. Ну, отражалка на ком-то стояла, и герой просто отлетел. С таким дамагом, ну, герой, я не знаю. Единственный вариант, еще можно их использовать, это на подземках. Кассия, посмотрите, что с бабулей делают. Вообще офигели уже.
Дальше где-то использовать такие дамаги, ну не знаю, возможно, когда-то снимут ограничения на архидемонах, тогда будет интересно. Ну а так, любая отражалка и любой герой улетает. Единственное, кто в таких сборках, это там Фрейя, да, и то она опять же сейчас может отлетать от некоторых героев. Вот смотрите, просто уходит в инвиз. То есть таким дамагом просто бессмысленно. Попробуем, я думаю, собрать сборку на депный вариант. Там будет, возможно, интереснее, потому что она будет немножко дольше держаться, но соло она просто бесполезна. Прям я смотрю даже на всех локациях. Сейчас, как правило, все ставят отражалки, то есть узашку, и такая сборка просто отлетает на ура. Против Рэй. А тут Фоба, вот смотрите, Фобушку, как она шотнулась сразу же. Все, второй удар и все. И в итоге вот так вот. Вот такой вот, ребятушки, герой. Максимальная сборка на атаку, да, бьет 70 лямов. Но толку от этих 70 лямов, ну, по сути, вообще никакого. Если брать ту же самую экспедицию, оба на нее здесь. Она тут до конца, возможно, даже не доживет в такой сборке. Даже первый наш противник хороший. Мотор сразу ударил, и Фрейя. Ну давай, тащи. А что-то без отхила, видите, стан. Все, герой просто тупо стоит на месте. Да, дамажит дофига, но толку от этого просто никакого. В общем, вот такие вот дела, ребят. Такая вот сборочка. Но ну, я не знаю, есть ли смысл таких сборок на сегодня. Они просто тупо не актуальны в плане того, что вот герой не выживает против любой отражалки. И в дамах на многих локациях, даже фарм-локациях у нас ограниченный урон, и как бы вы ни собрали героя, он все равно будет сливаться. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.